Лето, каникулы и море свободного времени. Для мальчиков и девочек предоставлено несколько форм занятости – площадки с тематическими сменами, работа в летних трудовых отрядах. Однако самый распространенный из них остается лагерь. В лагерях дневного пребывания отдохнуло 1700 детей, в загородных лагерях отдохнуло порядка 2000 детей. Также активно работали и наши партнеры, организовывали разные формы занятости. Это и реализации проектов, и познавательные экскурсии, и тематические познавательные мероприятия. Также работали учреждения дополнительного образования, куда ребята вместе с родителями могли приходить и отдыхать во время летней занятости. Отдельным категориям мам и пап готовы помочь в социальном центре «Веста». Ежегодно льготные путевки получают сотни семей с разным статусом. Предусмотрена поддержка и для работающих родителей. Они могут отправить подростков старше 15 лет на Байкал. Детский палаточный лагерь «Солнечный берег плюс», находящийся на Малом море, реализует путевки для категории «Работающие родители». Сезон начинается с 22 июля по 4 августа. Продолжительность сезона 14 дней. Категория «Работающие родители», доплата идет 20%. Это будет стоимость 5900. Также необходимо написать заявление в центре, собрать пакет документов и предоставить справку о здоровье ребенка. Подробности можно узнать по телефонам. Мария Константинова, Елена Шелик, Владимир Селиванов. Местное время.